Ты уже 6 раз сбегал из приемных семей. Я могу сам о себе позаботиться. После 18 лет. А пока дай этим людям шанс. А они дадут шанс тебе. Знакомьтесь, Билли Бэтсон. Помоги ему освоиться. Они кажутся милыми, но не ведись. Тут самая настоящая Игра престолов. Чувак, да я прикалываюсь. У тебя лицо такое. Ты инвалид, тебя усыновили, радуйся. А какую суперсилу ты бы хотел? Все мечтают летать. Знаешь почему? Свалить от таких разговоров? Потому что герои летают. Хочешь, чтоб твоя липовая семья заступилась за тебя? Эй! Чувак, прости. Быстрей, лови его! С дороги! Билли Бэтсон, я выбрал тебя. Ты чемпион. Кто здесь? Назови мое имя, чтобы я передал тебе свои силы. Но я не знаю, как вас зовут. Шазам. Вы что, серьезно? Говори! Хорошо! Шазам! Это я, Билли! Что происходит? Из всех моих друзей ты один разбираешься в героях, масках и плащах. Можно? А? Да, конечно. Прикол, правда? А какие у тебя суперсилы? Суперсилы? Чувак, я даже не знаю, как в этом пописать. Ты сверхсильный! А летать умеешь? Все норм? Говорить можешь? Такое страховка не покроет. Твой телефон заряжен, твой тоже. Какого черта? А ты типа злодей, да? Шазам! Господа! Ты пуленепробиваемый! Обалдеть можно! Вам крышка! Простите за окно! Спокойной ночи! Пожалуйста, за то, что вас не ограбили! Приветики, а я супергерой! Sure. If it's alright with you, I'll book a table for two at this fancy restaurant. And if you still want me, I'll make sure to be the best you ever had.